Благовидная. Под таким названием 3 июня администрация Ленинского района организовала благотворительный марафон в поддержку Василия Мотовилова. Про Васю мы рассказывали в наших прошлых выпусках, но напомним, мальчик в свои неполные 7 лет имеет два диагноза – аутизм и лимфобластный лейкоз. Ему необходима наша с вами помощь. И мы все постарались помочь. Марафон стартовал на нашем телеканале. 2 часа в студию прямого эфира приходили гости. Мы говорили о милосердии, о том, что нельзя быть безучастным к боли другого. И, конечно, желали выздоровления Василию. Ну, в первую очередь, конечно, здоровье, счастье. Все, что могу сказать для ребенка, это главное здоровье и счастье. Больших сил и терпения родителям. Марафон продолжился на свежем воздухе. Видновчане в этот день собрались у Тручевского пруда для того, чтобы заложить Васильевский сад. Это очень большое дело. Я и написал это самое. Вася, выздоравливай, будь здоров. Завершением акции во Дворце спорта «Видное» стал благотворительный концерт, который мы транслировали в прямом эфире. В концерте приняли участие театр современного танца «Лестница», театр танца «Шаги», Роман Харланов, Максим Шевченко и Алексей Глызин. На протяжении всего марафона был организован сбор средств на лечение ребенка. По предварительным итогам собрано около 236 тысяч рублей. И материальная, и моральная поддержка, которую жители района оказали Василию, обязательно поможет ему преодолеть все трудности и справиться с болезнью.